В Казахстане ведется активная подготовка к досрочным выборам, которые пройдут 9 июня. О роли и значении предстоящих президентских выборах говорили сегодня на областной научно-практической конференции в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана. На сегодняшний день тема досрочных выборов президента Казахстана самая актуальная, которую обсуждают абсолютно все не только в нашем государстве, но и во всем мире. Наша страна за годы независимости стала влиятельным участником многих международных процессов, равным деловым партнером для ведущих держав, поэтому передача власти в Казахстане вызывает столь живой интерес. 19 марта, когда Елбасы Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия, в своем обращении к народу сказал, что он, как основатель независимого казахстанского государства, видит свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования. Свое мнение о досрочных выборах высказали все участники конференции, в числе которых были политологи, представители интеллигенции и профессорско-преподавательский состав вуза. 9 июня необходимы эти выборы, потому что мы живем в очень меняющемся мире, вот, и в этом меняющемся мире возможно все. Мы живем в такую эпоху, когда уже какие-то закономерности не работают. Возникает такое состояние, когда ежеминутно, ежедневно нужно принимать какие-то решения. И эти решения связаны и с благополучием нашей страны. Участники конференции считают, что принятое решение первым президентом Казахстана является очень важным, в первую очередь для того, чтобы страна вступила на новый этап развития. Сегодня мы должны понять, что досрочные выборы – это на сегодняшний день очень важный шаг, и он необходим для того, чтобы, во-первых, продолжить и сохранить преемственность проведения политики, которую начал наш Елбасы, а именно на сохранение, так скажем, и модернизацию не только экономической и духовной сферы, но и также политической сферы. На постсоветском пространстве мы практически стали лучшим государством. Несмотря ни на что, мы всегда были за Россией, Украиной, а теперь мы стали такой державой, которая известна не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Крупное, экономически сильное государство, межконфессиональное и межрелигиозное объединение наше, такое крепкое, единение народа, единое у нас. Основная цель конференции – это показать роль и значение предстоящих выборов для казахстанского народа и всего мира, а также необходимость сохранения преемственности выбранного курса. В завершении участники мероприятия отметили, что населению необходимо принять активное участие в выборах, тем самым выполнить свой долг как гражданина страны. Юлия Мутылова, Нурлан Идиров, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жайык.